сидишь? Что ждешь? Яблочко. Да? Ну расскажи. Когда ты приезжала, яблочко дала, мы когда ели шоколадку, ты приезжала, давала мне яблочко и уезжала. Скучаешь, когда я уезжаю, да? Да. Но зато ты рад, когда я приезжаю, правда? А так бы ты не скучал и не радовался. У тебя есть еще монетки там дома? Есть, привезу еще монетки. А покажи свой сейф. Покажи. Вон он, вон, вот. Я еще там положу монетку, открой мне. Ну попробуй открой. Не открывается? Ну я потом открою, ладно, ладно. Поставь, поставь на стол сейф. Нет, ты тебе не откроет. Вот я вот это да. Правильно, правильно делаешь. Но не открыт тебе все равно, да? Открой мне. Ну, у меня сейчас руки заняты, я яблочки резать буду. Ага. Ты поставь, не клади. Как сейф должен стоять? Поставь. Нет, нет, вот так поставь. Молодец, вот. Ага, и смотри. Как холодильник так поставлено. Да, да, он как холодильник, так и должен стоять, как холодильник. Так, ты когда обуешь? Мама тебе сказала обуть какие носочки теплые? Ну-ка, Маша, обувать теплые носочки. От два пошел. Давай, давай. И яблочко будет.